ничего, особо это не. Мы продолжаем серию уроков, посвященных освещению. И сегодня нас ждет Envy Projector Texture, имитирующий на карте динамические тени. Данный объект излучает свет сквозь выбранную нами текстуру, по дефолту ту же, что используют фонарики. Очень непростая entity в своей реализации и оптимизации, но оправдывающая себя по визуальным результатам. Итак, свойства. Parent – имя объекта, которому можно прикрепить наш проектор. Target – объект, на который будет смотреть entity. Очень удобно, если она или цель будут в движении. Fov. Угол обзора советую ставить не меньше 75 и не больше 90, так как могут возникать артефакты. Near Z. Расстояние от entity до условного луча света, минимальное допустимое 4 юнита. Я скажу честно, не понимаю, зачем это нужно. Far Z. Расстояние от entity до конца луча. Например, если от entity до стены 256 юнитов, то ставить тут более высокое значение нет смысла. Да и сами по себе большие значения ухудшают оптимизацию. Enable Shadows. Включены ли динамические тени? Конечно, да. Shadow Quality. Качество тени всегда ставим высокое. Light Only Target. Освещать только выбранную цель или нет. Light World. Освещать ли окружающий мир? Имеются в виду браши. Brightness Scale. Ножитель яркости света. Light Color. Цвет и яркость света. Color Transition Time – время перехода от одного цвета к другому. Сказать честно, не понял, работает ли это вообще. Camera Space – баговое свойство, как бы имитирующее динамические тени глазами игрока. Может работать только если игрок не двигается и мышка не дергает. Ну и последняя строка – Texture Name. В этой строке указываем, сквозь какую текстуру будут проецироваться свет и тени. Тут мало какие текстуры подойдут, особенно если ваша entity будет в движении, потому как, скорее всего, вы увидите артефакты. Ах да, и в Half-Life данной строки нет, к сожалению. Она появилась в Left 4 Dead, Portal 2 и CSGO. Лимиты. Хочется предупредить об ограничениях. На карте может работать только одна такая entity одновременно. Если вам нужны динамические тени в разных местах, то включайте и выключайте Envy Projector Texture в зависимости от ситуации. Вот такой непростой объект, дающий приятную картинку в некоторых местах. А вообще, свет всегда был грустной темой в движке Source, но в CSGO с этим все же будет получше. Что ж, если урок вам хоть чем-нибудь помог, ставьте лайк, подпишитесь и помогите проекту донатом. Бисвальд!